И всем привет, добро пожаловать. Давайте начнем стрим и продолжим Куроно-Кисеки. Вчера мы закончили кусок третьей главы. Она получилась, конечно, интересной. В итоге нам удалось уладить все проблемы. Давайте посмотрим, что дальше. Вперед. Итак, несколько часов спустя. Это после вчерашних событий. После того, как Ван и его товарищи разобрались с ситуацией с Ашен, они вернулись обратно в старый город. После позднего ужина в Монмарте они наконец-то сделали перерыв. Второй Генезис никогда не думал, что мы найдем его таким образом. Да. И похоже, что он действительно настоящий, но... Получается, что в конце концов Генезис является виной всему, что было. А, нет, я не думаю, что все так просто. Если я правильно все понял, эта штука способна подействовать, повлиять на жизнь. Но я не думаю, что оно может вызывать что-то подобно тому, что мы только что видели. Действительно. То, что на самом деле привело к тому, что появилась эта эрозия на госпоже Ашен, это все, скорее всего, сила багрового монстра, да? Похоже, он является главным виновником тут. Да, и возможно, Генезис был просто использован в качестве точки отчета. Но именно багровый Грендель обладает этой силой эрозии. И, скорее всего, после того, как восьмой Генезис был завершен, эта сила была усилена с его помощью. И в результате он смог даже размыть воспоминания о прошлом.
Причем до такой степени, что даже человек может воспринимать реальность совершенно иначе. Ну, собственно, как и в случае с госпожой Ашен. То есть, по сути, он имеет возможность изменять воспоминания, что ли? Ну, это всего лишь предположение, конечно, но все же. Простите. Но я совсем ничего не помню о том, что произошло. Просто в какой-то момент... Я... начал желать мести. Очень сильно. И все. То же самое касается и меня. Я просто думал, что действую по приказу нашего главы. Должно быть, это какое-то заклинание для изменения восприятия. Причем очень эффективное. Как будто нам показали возможность того, что могло бы быть. Но как бы то ни было, очевидно, что здесь происходит нечто непонятное. Ну и, скорее всего, это также означает, что эти опасные личности снова начали действовать. Багровый Грендель и Гарден Мастер. Но раз такое дело, то сейчас кто-то... прошу прощения, но мы уже закрыты и не работаем в этот час. Простите, это, наверное, было немного грубо с моей стороны. Этот голос? Так это ты, божественный серебряный клинок. А почему вы тут? Я, саккибури. Аратамете. О, здравствуйте. Давно не виделись. Я просто хотел еще раз поблагодарить вас за то, что вы сделали сегодня днем. А еще у меня есть одна просьба. Просьба. У меня почему-то очень плохое предчувствие. Видите ли, как заместитель командира Икаруги, я не могу просто так закрыть глаза на то, что случилось. В конце концов, кто-то использовал моих подчиненных против меня таким необычным образом. И чтобы заставить их заплатить за то, что они сделали, я хочу посотрудничать с вами некоторое время. А также это будет своего рода благодарность за то, что вы сделали сегодня. Ура! Она будет с нами! Ну и ну. Я так и думал, что нечто подобное может случиться. Да, но если подумать, она действительно будет просто невероятным помощником. Да? Она действительно будет очень полезной. Как с точки зрения силы, так и с точки зрения ее
навыков, таких как незамутненный глаз. Ну, это, безусловно, нам сильно поможет в будущем. Ну, мы уже работали вместе в ярком городе. Само собой, обстоятельства сейчас совершенно другие. С этим делом придется разбираться долго. Так что я прошу следовать моим приказам. Понятно? Да, конечно. Я не против. Что ж, в таком случае я с радостью принимаю твое предложение о сотрудничестве. Еще раз спасибо. Полагаемся. Итак, оставляя в стороне нашу шумную гостью, давайте вернемся к делу. Так, как мы уже обсуждали ранее, очевидно, что наш враг использует генезис. Поэтому нам нужно как можно скорее вернуть оставшиеся. Да. В данный момент у них в руках еще 6 генезисов, которые они украли у меня. Учитывая то, что произошло сегодня, я полагаю, что потребуется много времени, чтобы вернуть их все. Но в таком случае нам нужно решить, как мы будем действовать, начиная с завтрашнего дня. Да, и само собой, времени у нас не так уж и много. А вот почему я сегодня вечером хочу разработать более-менее четкий план. И на чем ты собираешься разработать этот план? Ну, типа на каких основах? Ну, насчет этого. У гильдии, похоже, есть какая-то информация, верно? Да, есть. У нас есть информация, что остатки антимиграционной террористической организации, известная как Орден Истинных Воинов Печали, начали действовать. О, опять они. Стоп, это те самые, которые проникли в Армис? Понятно, это действительно немного беспокоит. Да. Возможно, нам стоит действительно изучить этот вопрос с ними. Но, по правде говоря, у меня тут тоже кое-что есть. Сегодня днем пришло письмо. Письмо? От кого? Да, насчет этого. Она от наставника. Бергард-сан? О, это тот самый джентльмен. Понятно. Учитывая, в какой момент он отправил письмо, мне очень любопытно узнать, что там написано. Ну и? Что там? А, да. Ну, сейчас я поделюсь с вами. О, тут реально целое письмо. Дорогой Ван и члену офиса решения проблем. Надеюсь,
У вас все хорошо, и вы в добром здравии хотя бы. До меня доходили слухи о том, что ряд странных происшествий происходит сейчас по всей республике. Но, к сожалению, я еще некоторое время буду сильно занят другими делами. Но я не могу не беспокоиться о положении, в котором вы находитесь. И поэтому я решил написать вам. Но имейте в виду, что даже в хаотичной, на первый взгляд, ситуации, все всегда двигается по какому-то плану. Но, рассматривая отдельные детали, вы этого не заметите. Нужна общая картина. Если я смогу найти какие-нибудь подсказки, то я обязательно передам их вам через моих учеников. Я верю, что вы с этим справитесь. До новых встреч и желаю вам всего наилучшего. Бергард Зем. Такой совет? Да еще в такой ситуации? Серьезно, от него? Да, какой человек. Однако, посмотреть на всю картину целиком, да? Ну, правда в том, что после событий на острове Немет все действительно пошло наперекосяк и стало хаотичнее. Возможно, некоторые вещи станут понятнее, если мы сможем разгадать тайны этих событий. Да, попытаться узнать, в чем заключается цель нашего врага. А также, что случилось с Сашей на самом деле. Да, действительно, стоит попробовать узнать. Ну и тогда, как мы будем именно действовать, начиная с завтрашнего дня? Мы можем либо начать с того, что изучим действия террористической организации, или же мы можем последовать совету господина Бергарда и попытаться разобраться с этими тайнами. Ну, ой, случайно нажал. Ну ладно, начнем с этого. Ну, сейчас давайте попробуем выяснить, что замышляет антимиграционная террористическая организация. Хорошо. Я согласна с таким планом. Ну, в таком случае на сегодня мы здесь расходимся. Завтра будет насыщенный день тоже. Так, ну что ж, пойдем по списку тогда. Хотя, возможно, это что-то на... Ну, возможно, это повлияет на что-то, а может и нет. Ну, посмотрим, короче, уже. Ну что ж, давайте приступим к сегодняшней работе. Так, вчера вечером мы определились с планом действий. А именно, сегодня мы начнем изучать действия террористов.
Орден истинных воинов печали, которые также проникали в Армис. Есть информация, что остатки этой группы скрываются в городе. Вспоминая ситуацию с эрозией Ашен, за которым стоял этот багровый ублюдок, нам действительно стоит быть осторожнее, что происходит в этой области. Верно. Но даже если они никак не связаны с этим основным событием, что мы изучаем сейчас, они террористы, которые могут попытаться снова что-то устроить. Так что мы не можем просто закрыть глаза на это. Ну, значит, в итоге мы будем собирать информацию по городу, параллельно выполняя FOSPG, верно? Так, окей, с планом определились, но вопрос, кому нам обратиться за хоть какой-нибудь информацией, где их найти? Ну, очевидно, что целью этой террористической организации будут иммигранты, верно? Ну, если целью будут, например, люди с Ближнего Востока, то стоит поспрашивать в соборе, что находится на Риверсайде. Возможно, святой отец Мансел что-то знает. Да, хорошо. Это хорошая идея. А что касается иммигрантов с Дальнего Востока, то Июн должны больше всего знать что-то. Даже несмотря на весь хаос, который происходит в Хиюне, этот ублюдок смог все взять под контроль. Я думаю, мы можем поговорить с бабулей Мао из из заведения. Блин. А вот название сложное уже. Короче, Саю. Примерно так оно читается. Возможно, она что-то знает. А, это же тот самый популярный восточный ресторан, что находится в районе Тирель. Конечно, там не совсем типичная дальневосточная кухня, но блюда, которые они предлагают, действительно, и нет. Но количество
блюд, что они предлагают, очень много. Так что это довольно хороший ресторан. Ну что ж, для начала эти два места звучат неплохо. Но я хотел бы также изучить еще кое-что. Я думаю, что мы могли бы расспросить одного активиста, кто выступает против иммигрантов. Вы случаем сейчас не говорите про человека, который постоянно выступает у станции с речами насчет этого дела? Его зовут... Джакобсон. Знакомое имя. Не знаю, может быть, он извлек какой-то урок после событий в Урасионе, может, нет, но в последнее время что-то я его редко начала видеть. Мы можем поговорить с полицейским, который находится перед станцией. Может, он что-то знает. Верно. Может, он даст какую-то подсказку. Ну что ж, тогда пошли. Ну что ж, с нетерпением жду возможности помочь вам с этими еще FOSPG. По сути, в первый раз после событий в Ярком Городе. Ну, в этот раз все пойдет не так легко, как в прошлый раз. Поэтому имей в виду, что мы будем полагаться на тебя по полной. Да, давайте шизну используем по полной. О, внезапно. Здравствуй, Аркрайт. Давно не слышались. Это курьер Гермес. Я тут наконец-то закончила разбираться с кое-какими другими своими делами и снова возобновляю доставку. Так что теперь можете связаться со мной в любой момент, если вам что-то понадобится срочно доставить. Так, ну все, теперь можно воспользоваться ее услугами. Так, спасибо. Так, теперь вы можете воспользоваться услугами курьера. Так, уж только что это написали. Ну что ж, тогда давайте пройдемся и проверим доски с объявлениями. Может, там что-то есть? Получать такие приказы — это действительно уникальный опыт для меня. Поняла вас, шеф. Да. А Шизу не прямо нравится. Так, ну нам курьер сейчас не нужен. Кстати. Не, ну с Шизной реально будет теперь весело. Кстати, ну пати нормально как раз.
О, этот наш нерадивый арендатор решил спуститься сюда, да? Кстати, сегодня вас как-то больше, чем обычно. Ну, честно говоря, с кое-кем из присутствующих я бы вообще не хотел бы тусить. Прошу прощения за то, что мы столько шума создаем. Пахнет чем-то вкусненьким. Может, поедим сначала? Ну, я тоже немного проголодался, так что... Давайте поедим. О, кстати, старик и все остальные, вас же пригласили на гран-при в Z1, не так ли? Да, этот красный метеор отправил нам 3 билета. Юми сказала, что очень сильно хочет пойти посмотреть на него. Поэтому, как только мы закончим завтрак, мы закроемся и отправимся туда. Если вы хотите что-то заказать, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Хорошо, я понял. Что такое? Тебя что-то беспокоит, Юмичка? А? Не, ничего. Ой, нет. Ребят, мне это не нравится уже. Это намек, я уверен. Хотя, будем надеяться на лучшее. Кстати, сегодняшняя гонка последняя, так что все будут там очень быстрые сегодня. Это немного пугает на самом деле, но Юми с нетерпением это ждет. Ну, я вполне могу тебя понять. Почему ты... немного испуганы. Так именно это и делает гонки такими захватывающими. Ну, я нечто подобное видела только в кино. Полагаю, что в жизни увидеть это своими глазами — это совершенно другое. Ну, в конце концов, это все-таки особая гонка еще, которая станет решающей для всего последнего года гонок. Да, если бы не столько дел, я бы с большим удовольствием сам бы сходил посмотреть. Ну, старик, ребята, насладитесь этой гонкой. И за меня тоже тогда. Ну... мы все-таки закрываемся на сегодня. Так что я тоже пойду. Вансан, ребята, будьте осторожны. Доброго пути. Да. Тогда мы пошли. С
И все же не думал, что тот... Тихо, полегче. И все же, я не мог себе представить, что тот упрямый старик действительно пойдет на гонку. Это про Виктора, если что. Возможно, постоянные усилия господина Максима начали приносить свои плоды. Ну, его можно только поздравить тогда. А, ну да, новый день, так что да, тут разговоры обновились. Сегодня последняя гонка, это немного пугает. Но Юме должна постараться посмотреть как следует. На дяденьку Максима. Ван, ребята. Вам тоже удачи. Постарайтесь. Как только мы будем готовы идти, мы закроем магазин. Это магазин, заведение. У вас, кажется, действительно очень много работы, да? Потому что вижу с вами действительно много людей. Ну, я все еще могу вам приготовить что-то, если вы голодные. Просто дайте мне знать. Так, ну мы покупаем рецепт и все. О, блюдо. А, кстати, да, точно, старик же нам блюдо дает. Спасибо. Я собираюсь закрыть сегодня наше заведение и отправляться на трассу. Ну, раз Юмия так сильно хочет пойти туда, у меня нет иного выбора, кроме как составить ей компанию. Надо отдать должное этому ублюдку, что он смог достать 3 билета. Да, старик, нелегко тебе приходится. Никаких сложностей нету. Я просто собираюсь пойти посмотреть вместе с семьей на гонку. В общем, на сегодня мы закрываемся. Если вы хотите что-то заказать, давайте быстро. А, еще не все. Так, перед этой гонкой нужно сделать пару дел. Так что я собираюсь уйти пораньше. Если вы хотите что-то заказать, давайте быстрее. Да-да-да. Тогда я бы хотел бы... кое-что из вашего меню, что меня тут заинтересовало. Так, стоп, что? Ты хочешь все-таки поесть? Хе-хе. Ну, это же... призуны. О. Так, это у нас Маргарет. Так, ага. Это, если что, мысли Шены. Ну, девочки. Я в небольшом смятении сейчас. Из-за этого я даже не могу сконцентрироваться на чтении этого романа. Шена,
Неужели ты так сильно переживаешь за Гарри? Тогда нам, наверное, стоило вместе с ним отправиться на большую трассу, да? Мам, я ж тебе сказала, нет, не в этом дело. Просто, ну, сегодня у Гарри было такое грустное выражение лица. Просто всегда Гарри был немного тем еще идиотом. Так что я не могу не побеспокоиться о нем. А, вот как, понятно. Интересно, какие же это все-таки чувства у нее на самом деле? Ну, из-за того, что они друзья детства, им довольно трудно в данный момент воспринимать чувства друг друга. Ну ладно, мне придется просто присмотреть за ними. Ну, короче, все понятно, да. Мама поможет, короче. Аструбель, не знаем, но я думаю, очевидно, где. Гадалки не ходи. Так. Несмотря на то, что она говорит, Шена действительно очень сильно волнуется за Гарри, беспокоится о нем. Она действительно не умеет скрывать свои истинные чувства. Я, конечно, не хочу вмешиваться, но как ее мама, я должна присмотреть за ней. Гарри сейчас живет у нас дома. Однако сегодня утро. Да, однако сегодня утром в ванной комнате я видела его немного грустным. Когда я вижу Гарри в таком состоянии, это сказывается на мое настроение тоже. Это редкая возможность, чтобы вот так с мамой посидеть и расслабиться. Однако я не могу, так как беспокоюсь. Понятно. Эрастов, как раз то, что нужно. Так, это наша бабуля. Так, что? У тебя опять проблемы с полицией? Wait, what? Какая же ты плохая девочка. Сколько раз тебе говорить? Не раздражай других людей. Ну вот почему, собственно, я и пытаюсь извиниться. И пытаюсь как-то сохранить свое достоинство. И вообще, может, ты уже перестанешь называть меня плохой девочкой? Я уже не девочка. Что? Слушай. Ты вообще не имеешь права жаловаться, учитывая, что за 50 лет ты никакого прогресса не добилась. Если ты чувствуешь какую-то несправедливость, то может пора начать жить правильной жизнью? Еще не поздно начать, Магиса, я тебе говорю. Она всегда ведет себя так. Как будто она тут босс, самое, само совершенство.
На самом деле она просто старая карга. Что здесь происходит? Насколько я знаю, это довольно проблематичная бабуля, которая часто бывает в районе темных фонарей. А, на днях мы ее поймали, когда она возглавляла группу мошенников. Ну, ребят, кто забыл, бабуля Магиса — это та самая, которая орет громко и которую посадили на несколько недель. Это, собственно, она. Оказывается, они знакомы. Жесть. Интересно, а у этой бабули какие отношения с бабулей Гин, которая управляет этим магазинчиком? Ну, я не знаю наверняка, но полагаю, что ваши догадки могут оказаться правильными. Да, все-таки ее выпустили. Я не знакомы. Жесть. Вот где-где ее точно не ожидал здесь встретить. После того, как за меня внесли очень большой залог, меня наконец-то отпустили. Но, блин, как же это мне неприятно, что это именно вот эта старая карга сделала подобный жест. Я всегда ее ненавидела же. А, то есть даже так. Ужас. Весело. Эй, если вы хотите что-то купить, то давайте быстро. А то мне нужно тут поставить на место мозги вот этой плохой девочки. Окей. Газеты нет на сегодня. Что это за чувство? У меня очень плохое предчувствие сегодня. Так, а вот это наша бабуля Наталья. Не могу поверить, что я мастер темных искусств, могу почувствовать такой холод. Прошу прощения, но сегодня просто немного холодно наружи, снаружи, так что это, наверное, нормально. Ну да. Поэтому сегодня вам лучше отправиться в какое-нибудь теплое место, чтобы не простудиться. Ой-ой-ой, спасибо. Если так подумать, да, вы действительно правы. Топчивы. Наверное, это просто мое воображение разыгралось, что я являюсь
Мастером темных искусств и ассасином. What? Что это за чушь? Мне кажется, или ваши истории становятся все причудливее и причудливее? А это интересная бабуля. У меня очень плохое предчувствие, но... Возможно, вы правы. Это просто... Я ошибаюсь. Недопонимание с моей стороны. Надеюсь, что этот снег скоро прекратится. Знаете, учитывая, что сейчас происходит в игре, я не удивлюсь, если бабуля реально права в данном случае. Так. Дальше сюда. О, он все еще тут. Так, сначала пообщаемся. На самом деле, прошло почти 10 лет с тех пор. Когда моя сестра впервые вышла наружу. И сейчас, вот прямо в этот момент, она решила устроить экскурсию по достопримечательностям столицы для этой девочки. Стоп, чего? Серьезно, Ребекка экскурсию устраивает? Для Кисары? Я не могу поверить. Я немного беспокоюсь. Нет, я очень сильно беспокоюсь. А вдруг она запаникует в какой-то момент и потеряет сознание? Похоже, я сегодня не смогу расслабиться. Стоп. Ребекка? Вышла наружу, причем за пределами квартала? Ну, тогда неудивительно, что сегодня снег пошел. Хорош. Блин, Ван Сан. Я, если честно, тоже немного беспокоюсь. Но, наверное, все будет в порядке. Ну, если мы с ней как-нибудь столкнемся, обязательно поговорим. Да, ребята, вот это прикольно. Ладно. Добро пожаловать. Чем могу быть полезен сегодня? Я очень часто бываю в разъездах. Так что прошло действительно много времени с тех пор, как я не работал здесь. Да, прошло действительно много времени с тех пор, как я был рядом с Крисом. Не вижу, что он сильно вырос, и мне действительно очень приятно. Надеюсь, что Кисара и Ребекка тоже сейчас хорошо проводят время. Так, что у нас тут? Обмен. Ага, появились новые кварцы. Ну и Растов, да и потому что батя работает, да и потому что Ребекка ушла. Да. Вот что делают дети. О.
Да, алло. Да я это, я. У меня тут небольшая просьба, да. Видите, дело тут в том, что я нашел настоящий талант. Просто нечто. О, вижу, ты быстро меня понимаешь. Да-да-да, это именно тот материал, который я тебе присылал, да? Никогда не знаешь, как все повернется, да? Так, ладно. Я уверен, что это связано с Кисарой как-то. Так, это мама Ани. Добро пожаловать. Сегодня действительно немного холодно. Так что? Почему вам не согреться здесь? Ну, кстати говоря, Аня сегодня ушла погулять со своими друзьями. Одна из них это Кисаратян. Похоже, у нее действительно свои не очень простые обстоятельства. А, так с ним еще и Аня, понятно. Блеск, стрим упал. Так, и стрим вернулся. Ребят, все норм? Напишите, если все хорошо. Вроде должно быть. Ну, надеюсь, что Аня действительно сможет с ней хорошо поладить, особенно учитывая, какая она общительная. Так, давайте искупаемся. Шизу не вообще норм. Рефрешу できました. Концентрат? Нет, конечно. Ой, как приятно. Значит, это баня. В северном стиле. Да. А именно в стиле Ремфери. Так. Ну, в сауне. Ну, в сауне Рёлу или Лолу для нагрева использовались особые камни, верно? В отличие от этого места. Окей. Ой, похоже, он начал. Ну да.
Агнес, это его любимая тема после машин. Так, а что здесь происходит? Так. Куртис. Только что пришло письмо. Неужели это... Судя по письму, оно пришло из школы Армис. Ну, так как все прошло, Куртис, рассказывай. Да сейчас, подождите секунду. Дайте я сначала прочту. Итак, после тщательной проверки вы... Вы получили проходной балл, а значит, вы были приняты в нашу школу. Да! Ура, пап, мам, я сделал это! О боже, как же это потрясающе, Куртис, ты действительно прошел! Мама даже не знает, что сказать. Как и ожидалось от моего сына. Да, ты действительно молодец, Куртис. Все это результат твоих усилий. Ты до самого конца не сдавался. И вот, что ты получил. Я горжусь тобой. Так, что это на вас двоих нашло? Ну, в любом случае. Я принимаю все ваши поздравления и спасибо. Ура. Да, похоже, ему пришлось действительно нелегко. Но в итоге он прошел. Ну, Армис все-таки престижная школа, не так ли? Это здорово. То есть, если этого парня приняли в школу, то это означает... Ну, то, что с апреля он будет моим кухаем. А еще школа... А еще скоро... Будет школьный фестиваль в Армисе. Надеюсь, он сможет насладиться этим местом в полной мере. Так, ну что ж. Круто. Ну, я сказал Куртису поступать, как он считает правильно. И вот результат. Я действительно глубоко тронут. Папа действительно очень рад. Ты действительно молодец, Куртис. Экзамены в Армис были очень долгими. Но меня действительно приняли. Я даже не могу поверить до сих пор. Так, я что-то начинаю плакать. Я действительно очень рад, что смог добиться всего этого своим трудом. Вы это слышали? Моего сына приняли в Армис. Ой, богиня, я не могу держаться. Нужно побыстрее пойти рассказать всем соседям.
Классика, ребят. Нет, это слишком неловко, так что, мам, уймись. Блин, прикольно. Ну, слушайте, мы с первой части следим за событиями, что происходит в этой семье. Ну, у них реально целая своя история. И вот. Сколько всего было. Да, все-таки вот такие моменты, эта игра прямо просто нечто. Мало где такое есть. Я слышала, что недавно в старом городе появилась девушка, которая очень хорошо рисует. Я тоже хотел бы с ней познакомиться. Но так получилось, что мы постоянно проходим мимо друг друга. А может быть, это она специально избегает меня? Неужели она меня ненавидит? Нет, я не сдамся. Когда-нибудь я обязательно попрошу ее устроить особый урок в воскресной школе. Удачи. Так, ну как бы то ни было. Вроде бы именно сегодня день результатов о поступлении в Армис. Куртис Кун тоже иногда приходит в церковь. Так что мне не терпится узнать, как у него там получилось. Он действительно очень старался. Поэтому я надеюсь, что он прошел. Да прошел, прошел. Так, святой отец. Вы наверху с кем-то? О. Я действительно рад слышать, что наш наставник, епископ Оурелл, чувствует себя хорошо. О, слушайте, а второй это у нас священник Уотсон. Ну, а нашего зовут Николай. Это уже вы в курсе. Да. И, кстати, похоже, он до сих пор очень высокого мнения о тебе. Если честно, думаю, он хочет, чтобы ты как-нибудь пришел к нему в собор. Ну, для меня это, конечно, большая честь, но вынужден отказаться. В конце концов, мое призвание быть в этом, в этой маленькой часовне в старом городе с людьми этого района. А, там именно, чтобы он полностью переехал. Я так и думал, что ты это скажешь. Да, друг мой, ты до сих пор человек без единой капли жадности. Да, я вижу, мой друг действительно не изменился. И каждый раз, когда я с ним общаюсь, чувствую такое облегчение. Отец Уотсон служит помощником епископа Орула в соборе Эдита. Мы с ним хорошие друзья, еще с тех времен, когда мы оба еще учились
Мне приятно с ним встречаться время от времени. Хоть мы и находимся в разных положениях, я буду надеяться, что мы и дальше продолжим работать в будущем друг с другом. Понятно. Да уж. Как тут все-таки некоторые люди связаны друг с другом? Да, если бы общались со всеми людьми во всем городе, ну да, мы бы сошли бы с ума, потому что общение, наверное, длилось бы часов 10. Но тут столько историй. Ну, кстати, у нас два креста еще. Так. А, кстати. Чуть не забыл еще одно место посетить. А где оно было? Оу. Где его мама? А, значит, ты сегодня приглядываешь за магазинчиком. Это редкость, чтобы ты помогал дома, не так ли? Я не занимаюсь этим, потому что я хочу этого. На самом деле, мое дело с киоском хорошо продвигается в последнее время. И поскольку моя мама постоянно ворчит, я подумал, что было бы неплохо время от времени показывать свое лицо и тут. Но в итоге она решила полностью доверить мне магазин и ушла. Иногда она слишком неучтива по отношению к своему сыну. Она сказала, что собирается отправиться куда-то со своим знакомым. Или знакомый, тут не уточняется пол. Но куда, черт возьми, именно она отправилась? Несмотря на то, что ты так жалуешься, в итоге ты все-таки взял на себя этот магазинчик сегодня. И вы отлично справляетесь, Эдисон. Да? Да не, я бы не сказал. Моя мама где-то гуляет. Хотя на самом деле, учитывая, как он называет и свою маму сейчас словом Офкуро, это скорее будет что-то типа мамаша. Это, так сказать, в грубой форме. Мама. Ну, ладно. Она сказала, что пойдет с кем-то из своих знакомых. Но куда и где? Ну, когда она вернется, я обязательно спрошу ее. Окей. Ну, кстати, Растов, да, я вот тоже думаю, может, с Базели решила пойти. Потому что они хорошо сдружились, нашли общий язык. Так. Еще... А, магазин цветов. И все. Что же мне делать? Не могу поверить, что вдруг стало так холодно. Нужно поставить все эти цветы в более теплое место и поменьше поливать их сегодня.
Но даже в такие моменты люди все равно приходят покупать цветы. Именно в такие моменты мы, флористы, должны показать свое мастерство, чтобы цветы смогли добраться до домов наших клиентов в максимально хорошем состоянии. И все. Так, что у нас там? Так, ребят, это у нас квест на убийство монстра, причем в Мерхенгартене. Имя цели неизвестно. Окей. Ну ладно. Все, мы вроде пообщались со всеми. Я никого не забыл. Так что можно идти в сад. Так. А, стоп. Ну, Рэй Растов, там ничего интересного, так что забей. Так, слушайте, а тут как бы нету квеста. Ну ладно. Так, посмотрю оружие заодно. Видно, нужно пойти реально к той мест, к тем местам. Шизуну нужно переодеть. Спасибо. Тут нету. Ну да, таинственный враг, нужно с ним разобраться, Мерхенгартен. А, блин, понятно. Для того, чтобы пойти к квесту, нужно изучить именно терминал, который находится в комнате у Reset. Ладно. Именно через него надо зайти. В прошлый раз мы через машину заходили. Насколько я помню. Так, а это что такое? Ну, это просто магический столб. Враг называется. Ну, окей. Это у нас так, фиолетовый магический камень. Окей, ладно.
Так, опять пару дропов вижу, но быстро прекратились, слава богу. Все нормально, ребята, у вас там? А, это похоже на пятого ангела из Евы? Серьезно? Я уже не помню, что там было. И готово. И готово. Так. О, Виктор. А, серьезно-то, действительно. Вот эти камни как раз-таки похожи, действительно. Забавно. Еее, ребят, хаос прокачали на пятый уровень, и мы получили Маре хаос. Отлично. Больше хаоса. Теперь шестой надо взять. Ну что ж, давайте сделаем маленький перерыв. И продолжение следует. Так, сначала подарок тут для ГГ. Продолжение следует.